Привет, друзья! Сегодня я расскажу, как поместить фотографию в круг через маску слоя. Давайте нарисуем круг. Зажимая клавишу Shift, мы нарисуем прямо пропорциональный круг. Помещаем его назад и сделаем его другим цветом, ну, например, красным, чтобы было и более понятно, с каким объектом мы работаем. Наш круг нужно выделить. Для этого зажимаем Ctrl и нажимаем на иконку нашего круга. После выбираем фотографию ребенка и нажимаем маску слоя. Обратите внимание, что у нас на левой панели внизу стоит в начале черный квадрат. Если мы зажмем Ctrl и выберем наше изображение и сделаем заливку черным, наш объект исчезнет. Если мы сделаем заливку белым, наш объект вернется. Все, друзья.